Всем добрый день. 19-й тур Мелбет, первая лига, столичное дерби. Родина принимает на поле Академии Спартака имени Федора Черенкова «Велес». Да, как пел Владимир Кузьмин в одной из своих хитовых композиций: «Поезд мчит меня в сибирские морозы». Вот Почевалин вернулся на правый край в последнем матче с дагестанским «Динамо». Здорово! Саркисян забивает, Сангаре спасает. Первый момент, острейший в матче. Какая классная передача пошла. Это Киртанов. Нет, Бацуев это был, десятка, да, и снова за спины. В составе «Велеса» удар дальний. Еще удар, Бацуев и тащит Сангаре. Два момента, а получше в первые минуты. «Велес» поактивнее. И на левый фланг. Перевод. Прострел. Логуа на Саркисяна. Саркисян! Геворг, а в первые минуты тоже нацелен на мяч. У него только один. Я говорил об этом в сезоне. Он забил Кубани, когда обыграли краснодарцев 3-1. Саркисян рядышком. Бацуев под левую. Против Караева. И пробить. Да, Сангаре. Очень непростой мяч. Рикошет еще был. Техника исполнения определенная. Вот перед Сангаре и все-таки справился голкипер, но очень непростой удар был. По ударам, по качеству моментов. Ой, момент может быть. Калмыков, косарец, Калмыков и мяч в воротах. 48-я ошибка приводит к взятию ворот. Ничего не предвещало. И вот такое начало второй половины. Амур Калмыков, четвертый мяч, забивает свой. И выходят в лучшие снайперы. При том, что всего 8-я игра. Вот он, настоящий нападающий, да? В нужное место, в нужное время. И доставайте из сетки. Амур Калмыков, 49-я, 1-0. Предположу, что... Момент, смотрим, Гордюшенко. Прострел! Калмыков, ну там пытался сыграть... От Калмыкова, чтобы даже не успел среагировать, и от него мяч в ворота влетел. Момент! Опасно! Забивает Сангаре! Нет! Сангаре против! Сангаре против! Очень хорош сегодня Дэвид Сангаре! Борьба в воздухе. Голдобин ушел под левую. Покатил технично. И... Не попадает Адаев, тоже мог решать и делать 2-0, и все бы закончилось. И не было бы нервных последних минут для Родины. Возможно, последний шанс для «Велеса» в этой игре. Подача. И где мяч? И мяч в ворота. Кто забивает? Ничего себе! Показывают Макеева. Да, это его гол. 93-я, Макеев, да, автор мяча. Евгений Макеев, который забил победный Краснодару в домашней игре. Последний гол и первый гол с сентября в гостях для «Велеса». Вот он стандарт, подача Бацуева. Еще момент может быть. В подкате Кахидзе, пенальти нет. Ну вот решил Софьян, что нет, отворот. Кому-то красное, кому? Прищепе. Все! Свисток Романа Софьяна, матч завершен.